Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, обладает ученой степенью доктора философии и потому хорошо владеет мощным инструментом по оболваниванию людей – демагогии. Журналист Сергей Медяник на пресс-брифинге задал ему 3 вопроса, и ни на один Милованов не ответил. Первый вопрос. Какая конкретная дата начнутся первые конкурсы на руководителей госпредприятий? Второй вопрос. По какой причине были упрощены требования по конкурсу к госсекретарю Минэкономики? И третий вопрос. Планируется ли упрощение конкурсной процедуры к руководителям госпредприятий? Ответ по всем конкурсам у нас есть НАЦ. Національне агентство державної служби, умови конкурсів і час, періоди, це, будь ласка, до них, графік визначають вони. Те, що я можу сказати по держсекретарю конкурсу на держсекретаря, ми отримуємо список фіналістів, і я проводжу там інтерв'ю. Вчора ми разом з заступниками проводили інтерв'ю з усіма кандидатами, да? І ми обговорили, в нас є своя система рейтингування, є певні питання, які компетенції, які ми вважаємо є потрібними. Ми їх тримаємо трохи для себе, до себе, не розповідаємо для них, для того, щоб не можна було проманіпулювати конкурсом. Знаєте, от людина просто конкретно на моє питання готується до нього. Так? Рішення вже є прийняте, я подання підписав. Але я не буду говорити, яке рішення, чи взагалі хтось виграв, чи ми перезапускаємо конкурс, ви скоро про це дізнаєтесь. Дякую дуже. З кожним днем розгорається пламя скандалу, а назначеннях Миловановим, його замом Тарасом Висоцьким за підписю прем'єр-міністра Олексія Гончарука корупціонерів на руководящі должності в государственні предприятия. Так як ці люди мають статус исполняющих обязанностей, в будущем должны пройти конкурси, которые проводит Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы. На сегодняшний день закончился конкурс на должность государственного секретаря министерства, и кандидаты, которых протежировал Милованов, пролетели. Поэтому были приняты экстренные меры, чтобы в дальнейшем не повторился такой провал по назначению своих кумовьев и кухара. 27 ноября 2019 года Кабинет министров Украины выпустил постановление о внесении изменений в порядок проведения конкурса на занятие должностей государственной службы. Отменили норму, по которой кандидаты могли выбыть из конкурса, получив меньше 0,5 по одному из требований. Тестирование на знание специального законодательства сделали необязательным. Запретили тесты на ситуационные задачи. Как видим, министерство Милованова идет на всевозможные ухищрения, чтобы протаскивать нужных людей на руководители государственных предприятий и тянет за собой пучину коррупции весь Кабмин, с премьером включительно.